Сегодня в программе. Захожу в кабинет, и картина маслом. Ноги у меня подкосились, вижу, Лена стоит. Мой муж в компьютере что-то там смотрит, а она, извините за подробности, чуть ли не грудью на клавиатуре. Лиза с детства была влюблена в Максима, сына друзей семьи. Макс старше на 4 года, у него было множество романов, а Лиза терпеливо ждала, когда друг детства разглядит в ней женщину. Наконец, мечта девушки осуществилась, Макс бросил очередную любовницу и женился на Лизе. Но, прожив в браке 3 года, она уличила мужа в измене и подает на развод. Возвращайся ко мне, я тебя вот. И дочь твою как родную приму, пожалуйста. Давай. Да не буду я разводиться! Ты дура психованная, я от него беременна, и так ты этого понять не можешь. Дмитрий Клюев хочет развестись с женой Алисой, потому что застал жену с другим мужчиной. Алиса на развод не согласна, и несмотря на то, что она действительно изменила мужу, она уверена, что их брак можно сохранить. Ведь совершить ошибку может каждый. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Плаховой Елизаветы Юрьевны к Плахову Максиму Олеговичу о расторжении брака. Ответчик Плахов Максим Олегович против иска возражает. В зарегистрированном браке 3 года. Детей у вас нет, имущественных споров также не имеется. Елизавета Юрьевна, сообщите, пожалуйста, причину развода. Ваша честь, я хочу развестись со своим мужем, потому что он мне изменил. Причем? Вы такая довольная, вы прям с такой радостью говорите, что он вам изменил. Вас это веселит? А потому что он изменил мне со своей бывшей девушкой, с которой он встречался до меня. Я люблю Максима с ранней юности. Еще наши семьи дружили, мы часто виделись. Поэтому я о его пассиях слишком хорошо всегда все знала. Вот. Ну, он старше меня на 4 года, поэтому во мне видел всегда лишь подругу детства. Однако, когда мне стукнуло 20, все же, наконец-то, как сам сказал Максим, рассмотрел во мне женщину. У нас все начало идти к отношениям, даже, можно сказать, они только-только завязались, и он уехал отдыхать на море. Там встретил эту женщину, ну, лет на 5 меня, наверное, старше, так еще и с ребенком. Уж не знаю, какими там силами и чарами, но она ему мозг основательно запудрила, так что, когда он приехал, он уже мне ни сам не звонил, ни на мои звонки не отвечал, ни на какой контакт не выходил. Я, естественно, еще тогда не знала, голову ломала, не понимала, что происходит, взяла, приехала сама к его квартире. Подъезжает машина, я радуюсь, уже готова была бросаться навстречу, дверь открывается, он под ручку идет с этой своей Леночкой, вот, и ведет ее прямиком в квартиру. У него уже на тот момент была своя жилплощадь, ему отец подарил, но не это сейчас важно, а то, что я часа 3 под окнами этой самой квартиры проплакала. Хорошо, но потом, как я понимаю, ваш супруг расстался с этой женщиной, вы вступили в брак, все это осталось позади. Ну, он романился со своей Леной где-то год, и все это время я плакалась у его мамы, которая, конечно, знала о моих чувствах к его сыну. Вот, очень меня поддерживала, очень хотела, чтобы Максим расстался с этой своей любовницей, что в итоге и произошло. Да, у нас на тот момент нормализовались отношения, и да, мы вступили в брак. Все было хорошо. Было. А почему вы считаете, что опять ваш супруг возобновил отношения с этой женщиной? Год назад я приехала к нему на работу. Его отец устроил свою фирму, строительную компанию. Он там работал директором отдела по снабжению. И я просто новость какую-то важную должна была ему передать. Захожу в кабинет, и картина маслом. Ноги у меня подкосились. Вижу, Лена стоит. Да, мой муж в компьютере что-то там смотрит. А она, извините за подробности, чуть ли не грудью на клавиатуре. Вот, ну понятно, с какими целями, с декольте. Я еще так ярко запомнила цепочка с пятерней такой распростертой. Я в слезы, домой, муж пришел, скандал устроила, конечно. Но он на тот момент мне лапши на уши навесил, сказал, что нет, что только по старой дружбе решил помочь устроить на работу, потому что знакомых у нее в городе больше нету, она недавно приехала. Вот, ну и устроил, попросил отца. Ну, я дура тогда и поверила. Лиза... Я продолжаю утверждать, что я тебе не изменял. Что ты там продолжаешь? Я больше на это не поведусь, тем более против фактов не попрешь, дорогой мой. Мы пару месяцев назад вернулись с мужем из отпуска, и ну, я просто начала
перестилать кровать. И знаете, что я вам нашла? Там нашла подвеску, вот эту самую пятерню, которую я только что упоминала, которую я тогда так четко запомнила на подвеске у этой его Леночки. То есть, получается, прямо перед отпуском со мной, с женой, он в нашу квартиру, в нашу кровать водил эту дрянь. Я ему сразу эту подвеску... Лиза, перестань. Ну, конечно, что перестань. Я ему сразу эту подвеску показала, он сразу: не знаю, не помню. Я говорю: ну, отдай своей Лене, она, может быть, вспомнит. Но он до последнего в дурачка отыгрывал, а в отказ шел. Я вещи собрала, уехала к маме. Благо родители на тот момент были в командировке, иначе стали бы меня отговаривать. Но я измену не прощу. Максим Олегович, скажите, есть ли у вас какие-то соображения, каким образом колье вашей, как бы, бывшей знакомой оказалось в вашей супружеской постели? На самом деле, эта история имеет место объяснения. Конечно. Тогда мы с моей женой просто не поговорили, и перед судом у нас не получилось с ней завязать диалог. Я просто не смог объясниться. На самом деле, ваша честь, я хочу, чтобы вы пригласили моего друга и коллегу Сафронова Степана, который знает меня, знает ситуацию с кулоном, и который проявит свет на все это дело. Хорошо. Сафронов Степан Павлович был приглашен в качестве свидетеля, и пусть зачем сейчас проходит в зал. Зачем ты это устраиваешь здесь все? А ты, чего? Конечно, привел друга, чтобы он под твою дудку просто красивую сказку нам рассказал. Ты его прекрасно знаешь. Сафронов Степан, вы пройдем со мной. Проходим. Степан Павлович, скажите, пожалуйста, что вам известно о взаимоотношениях, которые сложились у вашего друга с его женой? Есть ли супружеская измена? Потому что именно это является основанием для расторжения брака сейчас. Ваша честь, я скажу так. Повода для развода абсолютно никакого нету, так как, ну, Максим с Лизой, они действительно, я их давно знаю, и они очень любят друг друга. Максим мне где-то год назад приблизительно говорил то, что жена его ревнует к Лене Красиловой. Ну, был у них роман когда-то, ну, 100 лет назад это было. А сейчас, получается, Максим женат уже на Лизе, 3 года он женат уже на ней. Вот. Он всегда даже заморачивается, когда ей подарки элементарно покупает, он голову себе ломает и советуется об этом со мной. Ну, подарки подарками, а там каким-то образом, как я понимаю, какие-то части туалета вот этой вот Елены оказались в квартире у супругов. Ну, там бижутерия получается. Но суть в том, что, понимаете, мне как бы стыдно не было бы признаваться в этом, ваша честь. Но это не у Максима с Леной были отношения, а у меня. И тебе не стыдно говорить это в суде? Мне, конечно, стыдно об этом говорить, так как я человек женатый, и у меня 2 детей. Но так уж вышло то, что мы познакомились с Леной. Я попросил Максима, когда они уезжали с Лизой в отпуск в ноябре, я попросил его оставить ключи и разрешение, чтобы привезти туда Лену. Вот. Так как, получается, к себе я не могу привезти, так как я женат, а у Лены дома 5-летний ребенок. С мужем она давно в разводе. Вот. А встречаться где-то в отелях она тоже не соглашалась. Говорила, что считает, ну, там себя чувствует продажной женщиной. Ну, Макс мне согласился помочь, он мне дал ключи от квартиры, но просил следов там не оставлять. Ну, вот так вот получилось, что Лена потеряла вот эту вот злосчастную цепочку с кулоном, с подвеской вот этой вот. И, ну, а когда она мне позвонила, сообщила об этом, я сразу же метнулся, получается, к Максу в квартиру, все там перерыл, но так ее и не нашел. А вечером уже получается, что Максим вот с Лизой, они приехали. Максим, а почему же я эту чудесную легенду не услышала сразу же? А как я тебе мог сразу об этом сказать? Ты бы мне мозг весь взорвала. Как? Тем более, я просто был в ступоре. И потом мы с тобой просто не общались. И правильно, что не общались. Правильно, потому что вы эту сказку просто придумали на пару со своим Степаном, который никто ничего не придумал. Вечно тебя прикрывает. Хватит. Потому что я знаю правду, да, о вашем романе с Леной. И подтвердила мне эту версию. Знаешь кто? Кто? Твоя Лена, лично. Да-да. Ваша честь, я прошу пригласить в зал суда Красилову Елену. Она расскажет о романе с моим... Да, Елена Васильевна Красилова также сегодня посетила суд, и мы ее сейчас ждем. Лиза, что ты устраиваешь здесь? Серьезно. Елена Красилова, вы пройдемте.
Вот сюда проходим. Здравствуйте, вы Красилова Елена Васильевна. Да. Елена Васильевна, будьте добры, скажите, пожалуйста, с Максимом Олеговичем есть ли у вас сейчас какие-то отношения? Были ли они на протяжении брака Елизаветы Юрьевны и Максима Олеговича? Дело в том, что именно отношения с вами и послужили основанием для расторжения брака. Вот семья здесь. Да, Ваша честь, все так. Максим устроил меня на работу, и мы с ним в отношениях уже последние 2 года. Ну вот Степан Сафронов, свидетель, утверждает, что отношения у него с вами. Ну да, Лен, ну признайся, ну было же у нас. Степан? Ну конечно. Послушайте, Ваша честь, я все понимаю, но это смешно. Я думаю, что смешно. Степан, точнее, я уверена в том, что Степан просто нагло врет, да, и нет, прикрывает своего друга, потому что я всегда любила Максима, и у нас с Максимом еще были отношения до его женитьбы, но мы, к сожалению, расстались, потому что Максим послушал свою маму, которая не могла смириться с тем, что у невестки ребенок. И она как бы поставила его перед выбором. Либо она, либо я. Максим, конечно же, выбрал свою маму. И мама выбрала ему Лизу. У нас Максим шагу ступить не может без совета своей мамы. А как получилось так, что вы потом возобновили отношения? Да, Ваша честь, так случилось, что 2 года назад я по обстоятельствам осталась без работы. Вот, у меня маленький ребенок, а в Москве не так много знакомых, поэтому я позвонила Максиму и попросила как бы у него помощи. Он по старой памяти меня устроил на работу в компанию своего отца. И так как Максим там тоже работает, мы стали по работе так или иначе пересекаться. И Максим, так скажем, воспылал ко мне чувствами снова, сказал, да что хватит мне не врать уже. Ой, почему я вру? Что ты сочиняешь? Мне кажется, я не вру. Послушай дальше. Да, воспылал ко мне чувствами и говорил, что не может меня забыть, а я тоже не могла его забыть. И вот мы 2 года уже вместе. Да. Что ты говоришь? И, кстати говоря, в ноябре, да, вот про подвеску, в ноябре, перед тем, как Лиза с Максимом улетели в отпуск, мы с Максимом были у них дома, да, в квартире, и меня угораздило там вот несчастную подвеску потерять. Я звонила Максиму, спрашивала, он сказал, что он ее не нашел. И потом уже по возвращении их с отпуска Максим принес мне мое украшение и сказал, что его нашла Лиза. И потом Елизавета уже сама Лена, мне позвонила. Да, и мне пришло ей все самой рассказать. Лена, что ты несешь? Ну что ты несешь? Я рассказываю правду. А Максим, может, ты просто мне мстишь за то, что... Да, конечно, мстит, но очевидно совершенно. Ну где вы видели еще женщину, которая страдает, которая вот так вот улыбается и пританцовывает в суде? Вот я сейчас тебя отомщу. Ну мы же видим все это, конечно. Прошу суд пригласить сюда еще одного свидетеля. Богданову Веру Александровну. Она также считает, что мой дальнейший брак с ее сыном невозможен. Богданова Вера Александровна приглашается в зал. Вера Богданова, вы пройдете со мной. Маму позовите, еще кого. Мама, привет. Здравствуйте, привет. Вера Александровна. Здравствуйте. Вера Александровна, скажите, пожалуйста, как вы считаете, брак вашего сына с Елизаветой следует сохранять? Что вы, конечно, нет. Его обязательно надо расторгнуть, потому что этот брак обречен. Если не сегодня, то завтра они обязательно разведутся. Все равно разведутся, потому что мой сын встречается со своей бывшей любовницей. Вы представляете, я столько положила сил, чтобы они расстались, а они опять встречаются. Эта женщина, она очень опасная. Она меркантильная особа, потому что ей главное, чтобы укрепиться, что-то поиметь. У моего сына, конечно, хорошая, богатая семья, собственная квартира. А она, кто она? Она из Волгограда приехала, понаехали. Бог знает откуда. Сына, значит, оставила матери там. Здесь снимала квартиру. Но когда она стала жить с моим сыном, естественно, она захотела, чтобы они в своей квартирке жили. Он от нас ушел. А как мы хорошо жили вместе. И вот, казалось бы, вот все, женился. Теперь он занят. Так нет, она опять к нему подползает, понимаете? Вера Александровна, ну откуда же вы это все знаете в таких подробностях? Ну как от невестки, от своей, от Лизочки я и знаю. Она говорит она мне... от вас, вот вы и информацию гоняете. Нет, из одного воспаленного мозга в другой. Она же мне рассказала. Любовница, она сама мне все лично рассказала. Конечно. Сама любовница. Лена работает теперь на фирме моего мужа. Рядом с моим сыном. Вместе, понимаете? Рядом. Да вот у вас там... Она его всячески пытается окрутить, слушайте, охмурить, а чтобы... Говорите?
Как почему я говорю? Ну, потому что это так и есть. Ты только и пытаешься влезть. Но я не допущу. Если даже они разведутся, ты никогда не станешь. Хорошо, хорошо, пожалуйста. Знаете, что мне это не нужно. Вы 4 года назад костьми легли, чтобы нас с Максимом рассорить. Да. Будьте спокойны. Мне сейчас он вообще не нужен, как да, муж. Да, конечно. И квартира у меня уже своя. Спасибо вам большое. Ну да, я дура, конечно, не понимаю. Спасибо. Елена Васильевна, подождите, пожалуйста, поясните суду. То есть вы не питаете уже чувств к Максиму Олеговичу, он вам не нужен в качестве возлюбленного и тем более в качестве мужа? Ну, в качестве мужа он мне точно не нужен, потому что... А зачем же вы с ним продолжаете отношения тогда? Ваша честь, я вам объясню. Объясните. Я, знаете, на самом деле 4 года назад уже поняла примерно, что Максим маменькин сынок, а сейчас мне вообще очень как бы открыто видно, что он с собой в принципе по жизни ничего не представляет, на работе направо и налево косячит. Я думаю, что он в компании держится только за счет своего отца, который хозяин, да, собственно, этой компании. Вот. И мне такой муж не нужен. А как? Зачем продолжать с ним отношения? Ну, потому что он хороший любовник. Как любовник он не нужен. Но я думаю, что его жене Лизе тоже не нужен такой муж. Потому что Лиза прекрасная девочка. Лиза любит Максима, а Максим, я думаю, что будет ей изменять постоянно и постоянно... А вы не решаете за других? Дайте, пожалуйста, мамы. Все да. решат друг, да, за она себя. Она наговаривает, ваша честь. Она не гулящая. Зачем мне гулящая? Конечно, таких хищниц, как она, знаете, сколько? Ой, ну естественно, вы они все налетают на моего Максима, хорошо, потому хорошо. Что он достойный человек, ну, а ей не достался. Еще. Вот и все. То есть вы хотите, чтобы хорошо. С Елизаветой Юрьевной он остался в браке, да? Нет. Или с Елизаветой Юрьевной тоже не хотите? Нет. Ну, вы знаете, вот тот момент, когда он встречался с Еленой, Лиза очень страдала, она приходила ко мне часто, жаловалась, ну, рассказывала, как она его любит. Я ее очень жалела, очень. Я сделала все, чтобы они были вместе. Все. Но как только она вышла за него замуж, я стала ей не нужна. Она стала от меня, мало того, что просто отдаляться, она прекратила как бы со мной сотрудничать, разговаривать, все рассказывать. И представляете, она забрала через год после совместной жизни ключ от их квартиры. То есть мать должна, чтобы зайти к сыну, предупредить, спросить разрешение. Это, Вера конечно, это что вы тут такое говорите? Вы же всю жизнь за меня были. Вы же буквально я вчера... за тебя. Вы же буквально вчера мне говорили, что это мне с вашим сыном житья не будет, что это я бедненькая. А тут пришли из меня плохую невестку делать, так что ли? Ну что, да? Ты прям золотая, да? Ну, конечно. И ключ я что, насильно и в конфликте у вас вырывала? Год целый вы приходили, когда хотели. Мы на работу уходим. Ну, я же вы мать, я имею право на вещах. Это. Вы рылись в белье, вы говорили, что там непоглаженная простынка где-то лежит буквально лишние сутки, что в холодильнике недостаточно еды. А вы помните, как вы в воскресенье рано-рано утром пришли в нашу встала квартиру? Встала рано и пришла, тихонечко, и что? Да мы с мужем любовью занимались в этот момент. А вам мешают, что ли? Ну, наверное, мешаете. Не понимаю. Поставьте себя на мое место, как мне было неловко. Видеть кого-то постороннего при таком интимном процессе. Нет уж, если вам нужен ваш мальчик обратно, пожалуйста, забирайте. Мама, ну что, тут, больше... ну что ты устроила, мама? Сынок, я всю правду говорю. Ну вот зачем все это? Дословно правду говорю. Я тебя люблю. Я люблю и жену свою, понимаешь? Ты что хотела, чтобы я вернулся опять под крылышко к тебе? Ну, я бы была не против. Ты бы была очень не против? Даже не против. Ну а как ну мы же хорошо жили. Мы хорошо жили, да. Ну, я тебя люблю, но я ее, пойми, люблю. Ну, я понимаю, но так же тоже нельзя. Мама, я тебя любил. Я тебя люблю, я тебя просто скрывал от тебя и не хотел, чтобы ты переживала. Что? Это не моя история, ваша честь. Могу я пригласить своего отца, Плахова Олега Борисовича? Да, хорошо, Плахов ожидает, приглашаем его. Слушайте, ну вы вообще, это какой-то сюр. Олег Плахов, вы? Да. Пройдемте. Да, я... Уже ты просто ничего больше здесь не найдешь. Здесь просто ничего со больше мной, нет. Больше ничего нет. Да если бы не она, у нас был бы хороший брат. Да, конечно, крепкий. Можно на кого угодно свернуть. Ну, любого. Да. Олег Борисович, здравствуйте. Как вы считаете, брак вашего сына стоит ли сохранять? Ваша честь, я считаю, что это просто необходимо. Сохранить семью моего сына.
Потому что они на самом деле с Лизой очень любят друг друга. И я точно знаю, что с Еленой у него нет вообще никаких близких отношений. Что он может знать с Еленой? Как нет? Да еще как. Просто на самом деле я долго думал, прийти сюда или нет на самом деле. Но теперь я решил, что я должен прийти и рассказать всю правду. Просто пришло время. На самом деле у Елены отношения не с Максимом, а со мной. Мы уже вместе второй год. И что? Я ее люблю. У Елены отношения вот с рядом с человек с вами стоит, с господином Сафроновым. Ты гадина! Тем не менее. Ты на самом моего деле, мужа! Мы с ней встречаемся. Тебе вместо сына моего, мама, да? Успокойся, мой муж. Да я тебя, тварь! Ничтожку! Вера, успокойся. Успокоиться? Вера, ты всегда хотела, чтобы было по-твоему. Да. Но теперь так не будет. Потому что ты уже... У тебя просто крышу сорвало, понимаешь? Когда ты поняла, что сын вырос, и его надо теперь отдать другой женщине. Я мать! Которую я он люблю полюбит, своего сына, которую он и полюбит. Это хорошо. Знаешь, так тоже нельзя. Потому что сын, он должен сам выбирать, понимаешь? У тебя просто, не знаю, уже просто помутнение какое-то. Я просто устал уже от этого, понимаешь? А потому чего? Что я для тебя чужой человек. Вот. Я для тебя перестал вообще существовать. Тебе только деньги мои нужны были. Вот и все. Я живу с чужим человеком. Но и поэтому я полюбил... Есть. Поэтому, вот Вера, я полюбил Елену. Понятно? Вот оно как вышло. Вот это... Так вы бы лучше за своим да. мужем присматривали, а не за своим взрослым сыном так тщательно смотрели. В чужую семью так лезли активно, а за своей не усмотрели. Максим, а ты, получается, знал обо всем этом? О своем отце Елене, да? Да, я знал все. Но я не мог сказать это здесь. Сынок. Мама, успокойся, мама. Ты понимаешь, что они сделали? Ты забыла сказать самое главное, да? Что я же жду от тебя ребеночка. Как ребеночка? Что? Да. Мы и ребеночка уже сделали, да? Да, вот как-то... А тот ребеночек от кого? Господи. Мама, мама. И да она будь вы все наказаны за это. Мама, хватит, мама. Сынок, мама. Ты один. Вот как был один, так один у меня и есть. Я тебя больше жить не люблю. Я тебя прошу, успокойся. Просто успокойся, мама. Господи. Слышишь? Так, Татьяна! На самом деле, я тебе оставлю, давай, я тебе оставлю просто свою квартиру, машину. Я тебе буду помогать. Мне твоя помощь зачем? А заявление о разводе я напишу сегодня. Договорились? Что ж ваша честь, так получается, если мне муж не изменял, это то, значит, я, наверное, заберу обратно свой иск? Лиза, Лиза, спасибо тебе. Ну, куда ты? Лиза, что... Мама, успокойся. Хорошо, стороны высказались. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Возвращайся ко мне, я тебя и дочь твою как родную приму, пожалуйста. Да не буду я разводиться! Ты дура психованная, я от него беременна, и так ты этого понять не можешь. Дмитрий Клюев хочет развестись с женой Алисой, потому что застал жену с другим мужчиной. Алиса на развод не согласна, и несмотря на то, что она действительно изменила мужу, она уверена, что их брак можно сохранить, ведь совершить ошибку может каждый. Оглашается определение. Слушание дела о расторжении брака отложить. Назначить супругам срок для примирения 3 месяца. Суд откладывает слушание дела и представляет супругам срок для примирения 3 месяца, потому что ответчик на расторжение брака не согласен и истица просит срок для примирения. Судебное заседание объявляется закрытым.
Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Клюева Дмитрия Витальевича Клюевой Алисе Михайловне о расторжении брака. Ответчик на развод не согласна, выдвигает иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери в размере 25% от доходов супруга. Супруги прожили в зарегистрированном браке 7 лет, есть несовершеннолетняя дочь Дарья, ей 6 лет, и в случае развода по обоюдному согласию сторон она остается жить с матерью. Имущественных претензий нет. Дмитрий Витальевич, пожалуйста, назовите причину, по которой вы хотите расторгнуть брак. Ваша честь, дело в том, что я больше не люблю свою жену, я не испытываю к ней каких-либо чувств. Я хочу с ней развестись, и дело в том, что она мне изменила. То есть она предала не только меня, она предала нашу семью. И мало того, я работаю пилотом гражданской авиации, мне нужны стальные нервы. Это произошло 3 месяца тому назад, когда я вернулся домой раньше запланированного из очередного рейса. Захожу в нашу квартиру, в мою квартиру, и вижу на нашей супружеской кровати моя любимая жена с каким-то мужиком, а через стенку спит наша Дашенька, наша дочь. Я когда это увидел, я не знал, что я готов буду сделать. Я сказал, вот я просто, я не знаю, что я сейчас с тобой сделаю. И чтобы это не сделать, я собирался уже свалить оттуда, забрать свои вещи. Она сказала, что нет, я типа упакую свои шмотки, и я сама уйду. Когда она вышла, я подхожу к окну, смотрю уже 1 часа ночи, думаю, куда ты пойдешь? И тут останавливается машина, выходит этот мужик, с которым я ее застал. Она села в машину и поехала. И после этого я был вынужден еще взять отпуск, чтобы сидеть со своей доченькой, потому что ей 6 лет. Вы остались вдвоем с дочерью, и на следующий день уже вы не смогли выходить на работу и в рейс, потому что у вас ребенок 6. Да, понятно. Да, дочке 6 лет, и при этом она так испугалась. Она меня все время еще держала за руку. Она говорила, папа, не уходи. Она подумала, что мама ее бросила, что мама ее не любит. И просто это реально, это было морально нелегко, я вам скажу. Дальше что произошло? Ну, после этого, где-то через неделю, она от своей мамы возвращается, говорит, типа, давай помиримся. Ну, я подумал, так, сяк, дочка как-то маленькая, не хотел рушить семью, говорю, ну, ладно, возвращайся. Ну, вы примирились с супругой? Ну, как мне казалось, да. Потом проходит время, и я вижу, ну, меня воротит. Я даже вот без отвращения на нее смотрю, я целовать даже не могу, без брезгливости. Я подумал, ну, если один раз изменила, еще раз будет. И в какой атмосфере будет жить моя Дашенька? Только вот именно из-за доченьки. И опять же, я все делаю ради доченьки. Я подумал, пусть она тогда едет к маме и живет там. Я от доченьки своей не отказываюсь, я ей буду платить все, что надо. Я готов заплатить, естественно, даже не обсуждается. Но имущественных исков нету, квартиру я свою приобрел до вступления в брак, поэтому она останется со мной. Она пусть едет к маме. Разведите меня, пожалуйста. Понятно. Алиса Михайловна, ну вот так вот какой-то случай может разрушить всю жизнь. Ваша честь, у нас с мужем есть дочка, и разводиться я не хочу. Все то, что он рассказал, это моя ошибка. Но я за это раскаиваюсь, я расплатилась вдвойне. А вообще, он не должен был здесь об этом рассказывать никому, потому что у нас с ним был договор. Я свои условия договора выполнила, а он, получается, меня обманул. Я вижу. Я разводиться не хочу. Ну хорошо, но у вас действительно вот отношения какие-то были на стороне, да? Ну это не совсем отношения. Его зовут Саша. Не совсем. Это мой одноклассник. У нас с ним были отношения еще задолго до знакомства с Димой. Он потом ушел в армию. Я обучилась на стюардессу и стала работать в авиакомпании, где как раз и познакомилась с Димой. Стюардессой я больше не работаю. Это не суть. Вот. И мы с Димой, у нас был рейс. И в Красноярске из-за непогоды мы остались в одном отеле. И как-то я до сих пор не могу понять, как вообще это произошло, но мы остались в одном номере, переспали, и через 2 месяца я узнаю, что беременна. Естественно, отец ребенка – это Дима, потому что у меня тогда никого, кроме него, не было. Ну как Дмитрий Витальевич на эту новость отреагировал? Я вот переживала, но отреагировал он нормально. То есть он... Я думала, что он заставит делать аборт, но он сразу сделал мне предложение, и я согласилась. Потому что Дима мне нравился как мужчина. У него хорошая работа и квартира своя. Я поэтому сразу написала Саше, что
беременна и выхожу замуж за другого. Саша на это ответил, что все понимает, и исчез из моей жизни на 7 лет. Ну как вышло, что человек через 7 лет вдруг появляется, и вы портите себе всю жизнь? Я работаю в фирме менеджером. И он пришел устраиваться туда программистом. Естественно, когда он меня увидел... Так тесен мир? Да, я не знаю, какое-то совпадение. И он, когда меня увидел, сразу подбежал и стал говорить, что он очень скучает, что он хочет вернуться, что я ему так же дорога. Но я сразу сказала, что у меня есть муж и ребенок, и я уважаю, люблю свою семью, и ничего общего уже больше не хочу иметь. Он стал мне говорить, что вообще мой брак с Димой – это ошибка, что я не должна быть с ним вместе, что он меня очень любит. Я долго сопротивлялась, но однажды Дима отправился в командировку, и после работы мы с Сашей пошли в гостиницу. Там все произошло. И после этого мы стали чаще с ним видеться. А потом муж обо всем узнал. Так, ну и как же вот он узнал, что потом случилось? Муж вам уже, Дмитрий, об этом уже все рассказал, но он... обманул. Он все неправильно сказал. Когда он нас застукал, он сразу напал на Сашу, стал у такой степени избивать, что тот чуть не умер. А потом еще и на меня напал. А где справка о побоях? В соседней комнате спала наша дочка Даша. И когда она это все услышала, она, естественно, проснулась от испуга и стала плакать. И мне стало так страшно, что наша дочка сейчас все это увидит, как мама в крови, потому что муж избил. Ага. И я сразу испугалась и побежала к маме, чтобы дочка ничего это не видела. И когда я у мамы, естественно, жила неделю, потому что была вся в побоях, синяках. Никак. Да, а чтобы дочь не увидела, я переждала момент. А потом, когда я уже пришла домой, думая, что заберу дочь, я увидела, как она плачет. Она говорит: мамочка, давай останемся здесь. Естественно, мне стало жалко дочку. И я простила мужа, потому что он тоже извинялся. Я осталась, потому что для меня семья на первом месте. Я не хотела лишать дочку всего этого. Когда у тебя семья на первом месте. Ну да, это как-то странно звучит, что семья на первом месте. Зачем вы приводите человека в дом? Да. Вы хотите с кем-то повстречаться, но зайдите в какое-то кафе, в ресторан, посидите, поболтайте. Вы приводите в дом, куда может в любой момент прийти ваш супруг, где находится ваш ребенок, и потом говорите: ну у меня семья на первом месте. Ага. Но это же ночное время, как бы у меня ребенок спит, как вы это, я же не оставлю 6-летнего ребенка. Ну, значит, отказываетесь от своих личных удовольствий. Он просто зашел в гости поужинать, и потом, ну, вот так. Чай попить. А вообще, ваша честь, я уже так от всего этого устала, что я уже даже не знаю, что вам рассказывать. У меня так больно все это вообще говорит. Давайте, пожалуйста, позовем мою мать, Наталью Федоровну. Так. Она поможет, она сейчас все тоже вам расскажет. Хорошо. Потому что я уже больше не могу. Морозова Наталья Федоровна давно уже ждет, когда мы ее пригласим. Видела, как я прибегала к ней в помощь. Наталья Морозова, вы пройдемте со мной. Что я скажу? Мама, проходите. Век бы ее не видеть, эту маму. Здравствуйте, Наталья Федоровна. Здравствуйте. Как вы считаете, возможно ли после всех событий, которые произошли в этой семье, как-то сохранить брак? Дима, ну ты просто мерзавец и подлец. Здрасте. Я даже вообще представить себе такого не могу. Как ты можешь издеваться надо мной, над Алисой? Ты же сам ее умолял, просил, чтобы она вернулась к тебе. Я? Ну, конечно, чтобы она бросила этого Сашку. И что в итоге? Она пришла к тебе, вернулась, и ты теперь ее вместе с ребенком выставляешь из квартиры. То есть вы воспитали такую гулящую дочку, еще претензии какие-то предъявляете? Знаешь что? Она у меня нормальная. Знаю, это я совершила ошибку только ошибка. Что она это вышла семейная, замуж, видимо, за тебя. Ошибка. Ваша честь, он ведь ее даже еще удерживает. Представляете, шантажирует. Не дает ей встречаться с дочерью. А что вы имеете в виду? Вранье. Я хочу вам рассказать, ваша честь. Когда моя Алиса познакомилась с Димой, мне показался такой симпатичный, взрослый мужчина. У него престижная работа, квартира в Москве. Все так было хорошо и замечательно. В центре, кстати. Но вдруг, по течению времени, как они стали жить вместе... Вы знаете, он изменился. Это вообще какой-то домашний тиран. Во-первых, всех Алисиных подруг он просто устранил. Никаких друзей нету у нее. Правильно. Он стал запрещать ей общаться с друзьями, вообще куда-то одной выходить. Я все был время прав. Только с ним. И потом, последнее время, запретил даже работать. Но когда у тебя стало трудно с финансами, понизили зарплату, он сказал: давай выходи работать. И куда?
только ту работу нашел, которая рядом с домом. А это турагентство. Для того, чтобы обязательно смотреть, во сколько пришла, во сколько ушла. Так и надо. Мало еще контролировал ее. Ваша честь, она все это терпит только ради Дашеньки, только ради доченьки. Потому что моя внучка, ну, просто золото. Ну, вот она любит папу. Папа вот, ну, такой. И получилось так, что из-за того, чтобы Алисонька этого несчастного Сашку бросила, он ей поставил ультиматум и сказал, что никогда не вернет свою дочь, пока она не бросит этого Сашку. И даже подаст на лишение родительских прав. Ну, лишение родительских прав здесь должно быть очень серьезное основание. А там-то никаких, как я понимаю, серьезных оснований не было. Это просто пустые угрозы. Ваша честь, он хотел донести, что я какая-то алкашка и гуляющая женщина. Понимаете, он даже соседку подговорил. Так и есть. Да, что та донесла в органы опеки. Он просто не хочет, чтобы ребенок после развода оставался со мной. В этом-то и проблема. А я из-за того, что люблю Дашу и переживаю, то я согласилась на все его условия. Потому что он мне обещал, что мы начнем все с чистого листа. А какие условия он вам выдвигал? Ваша честь. Я забеременела от Саши. Я пришла, рассказала об этом Диме. И он сказал, что я должна сделать аборт, если хочу сохранить семью, если мне дорога Даша, если мы хотим быть вместе. И я согласилась, потому что он дал мне слово, что тогда не будет разводиться. А для меня это самое главное, чтобы я была рядом со своей дочкой, потому что я боялась, он меня шантажировал тем, что может забрать ребенка. Угу, зашантажировал все. Ну и как вы поступили? Я сделала аборт. Да, и когда Саша узнал об этом, то он меня возненавидел. Я понимала, что все, у меня обратной дороги нет, и что я буду только в этой семье с мужем, потому что он мне дал слово. А он, получается, меня обманул, а я ему поверила во все это. И он еще сюда пришел, в суд, чтобы нас развести. Мне кажется, ему вообще ребенок не нужен. Он все это делает назло, чтобы мне навредить, чтобы я Сашей не была. Ваша понимаете, честь, в этом проблема. Ваша честь, это все было не так. Сейчас расскажу. В общем, аборт она делать не хотела. Только после того, как я узнал, что этот ее Яшин в армии кого-то убил и отсидел потом 7 лет, то есть это зэк, это уголовник, только после этого она включила голову и, наконец-то, пошла. И сама, что ты врешь, что тебя заставляют? Тебя никто не заставлял. После этого она сделала этот аборт сама. Ваша честь, я уже давно не вместе с Сашей. Я бросила все это ради своей семьи. А вообще, давайте прям Сашу позовем, чтобы он подтвердил мои слова. Ну, если вот Александр Иванович Яшин, о котором вы ходатайствовали, да, вот это и есть Саша, то да он уже ожидает. Приглашаем. Александр Яшин, вы пройдемте. Ну, отпусти еще. Сейчас мы все решим. Мы решим, да. Здравствуйте. Вы Александр Иванович Яшин. Вы понимаете, что вы являетесь как бы причиной расторжения брака между супругами, потому что супруг считает, что у вас с Алисой Михайловной до сих пор поддерживаются отношения любовные. Ваша честь, я люблю Алису и буду за нее бороться. Саша, что ты вообще такое говоришь? Я же тебя сюда позвала, чтобы ты подтвердил, что мы с тобой давно не вместе. Тебе так сложно это сказать? Я не буду разводиться. Зачем ты вообще это говоришь? Я ничего не понимаю. Зачем ты вообще вернулась к этому уроду? Он же об тебя ноги вытирает, изменяет со всеми подряд. А ты все терпишь. Еще и нашего ребенка из-за этой сволочи убила. Да Саш, сам ты зачем урод. Ты вообще лезешь в мою семью? Я тебя сюда позвала, чтобы ты сказал судье, что мы с тобой давно не вместе, что мы разошлись. Тебе это сложно сказать? Ну, в общем... Да, сложно. Сложно. Потому что, а кто тебе сопли вытирал, когда ты узнала об его измене? Я тот человек, которого ты кинула 7 лет назад. Но я по-прежнему тебя люблю и желаю тебе счастья. Возвращайся ко мне с дочкой, я вас приму. Спасибо тебе, конечно, большое за поддержку, но зачем ты сейчас здесь все мое грязное белье на оружие вытаскиваешь? Да и вообще, Саш, я с тобой стала встречаться. Только для того, чтобы отомстить своему мужу. Хотела сделать ему так же больно, как и он мне сделал. Мне это получилось. Но разводиться пожалуйста, я теперь не хочу. Скажите, пожалуйста, Алиса Михайловна, то есть вы узнаете о том, что супруг вам изменяет? Да. И начали тоже ему таким образом мстить? Да. Он, конечно, в этом не признавался. Мне моя подружка сказала, что видела его на фотографии с какой-то девушкой. Но
Да Дима говорил, что это фотошоп, вот так он сейчас и говорит. Но потом, однажды, я взяла его телефон и стала смотреть переписки. И как раз нашла переписку с этой девушкой. Ну и где она? Я решила на следующий день ему это обо всем рассказать. Подождать, потому что уже была ночь. И утром, когда я проснулась, хотела сказать, в телефоне уже ничего не было, потому что, естественно, он все это удалил. Потому что там ничего и не было. А меня сейчас выставляют как какую-то сумасшедшую. Но это все было. То есть эти доказательства были. Ваша честь, вот я знал, что до этого дойдет. Поэтому я попросил Яночку сегодня сюда прийти. Я вас прошу ее просто привести в зал суда. Она все скажет. Хорошо. По ходатайству, заявленному истцом, Рослякова Яна Валерьевна также была вызвана в суд. И сейчас она проходит в зал. А, Яна Рослякова, вы? Да. Пройдемте со мной. И помоложе, кстати. А то он к своему иди. Ой, Саша, ты вообще... Здравствуйте, Яна Валерьевна. Сладкая моя. Зачем ты это сделал? Ты же знаешь, что у него дочь есть. Психованная. Все равно он с тобой разведется, понимаешь? Да, посмотрим. А я рожу ему сына. Но он точно с тобой не будет. И мы будем жить вместе. Ты можешь помаду свою смыть. А ты вали к своему урке. Вот вы сами все видите, какая она. С ней дочку. Ага. Подтвердите, пожалуйста, у вас с Дмитрием Витальевичем какие-то отношения? Вы планируете создать семью? Да, Ваша честь. Хорошо. Я беременна от него уже на 4-м месяце. Вот даже справка имеется. Яна Валерьевна, скажите, пожалуйста, когда вы начинали встречаться с Дмитрием Витальевичем, вы знали, что он женат, у него малолетняя дочь? Ваша честь, дело в том, что мы с ним познакомились полгода назад на Маврикии. Я туда ездила отдыхать со своей подругой. А он туда привозил каких-то олигархов на их самолете. И вечером после полета он зашел в бар, где мы, собственно, с ним и познакомились. И только на следующий день он мне уже сообщил о том, что у него есть жена и дочь. Ну да. Вот. Чего же об этом сразу говорить? Ну, я ему сразу сказала, что с женой я мириться не собираюсь. И если он хочет жить со мной, пусть разводится с ней. Все так и будет. Так, значит, любовь с первого взгляда, да? И как дальше-то ваши отношения развивались? Далее мы приехали в Москву, начали встречаться. И я поняла, что я его полюбила. Mm-hmm. Я его познакомила с родителями. Как мило. А, это когда было-то? Это было полгода назад. Полгода назад? Да. Mm-hmm. Моему отцу он сразу понравился. Сейчас дело не в вашем отце. Смотрите, Дмитрий Витальевич, вот такой вопрос у суда. Если ваша любимая женщина, Яна Валерьевна, беременная более 4 месяцев, полгода назад, вы уже ходите в гости к ее родителям, но 3 месяца назад вы не отпустили вашу супругу к ее возлюбленному. Более того, вы настаивали и настояли, что она сделает аборт и убьет ребенка, тогда, когда вы уже знали, что вы хотите связать свою жизнь с другой женщиной. Ваша честь, это все так, но я тогда не знал, что Яночка уже беременна, и я просто хотел сохранить вот вы просто хотели с родителями с ее познакомиться, да? Но я не знал, что она беременная. Котик, а с этой я просто... Как же не знали? Котик, да как же так? Мы же с первых дней с тобой это обсуждали. Ты мне обещал с ней развестись сразу. Мы же с тобой специально все это запланировали, чтобы моего отца задобрить. Скотина! Я теперь понимаю, зачем ты так на аборте настаивал. Потому что ты боялся, что я тебе развода не дам. А если бы я была беременная, то суд бы развод не дал бы. Правильно же, так? Чего ты ее слушаешь? Больная. Алиса, Алиса, возвращайся ко мне, я тебя и дочь твою как родную приму, пожалуйста. Давай. Да не буду я разводиться! Ты дура психованная, я от него беременна, и так ты этого понять не можешь. Я выйду за него замуж. Тебе сейчас вредно волноваться. А ты разводись с ним немедленно. Яночка, тебе вредно волноваться. И сделай экспертизу сейчас же. Да. Не волнуйся, не волнуйся, все хорошо. Меня это не волнует. Я не буду лишать свою дочь отца, понимаете? И вообще... Я с тобой жить все равно не буду. Я хотела еще в самом начале показать вам это, но хотела посмотреть на их лица обоих, особенно на ее мордашку вот эту смазливую. Смотри, пожалуйста. Ваша честь. Вот справка о беременности. Я уже беременна 6 недель. И, естественно, я беременна от своего законного мужа. Это все произошло через месяц после аборта. У нас тогда было с ним перемирие. И я с ним жила. И вот через пристава, пожалуйста, документ передайте. Это бред какой-то. Так что звони своему папе, свадьба накрывается.
Купленная справка. Что за бред? Да, куплен. В том же месте, где и твоя купила. Ну, Дмитрий Витальевич, почему же вы думаете, что суд не сможет очень быстро проверить подлинность документа? У нас есть для этого специальные возможности. Дима, 8 месяцев я ждать не собираюсь. А вам не 8 месяцев ждать. Вы не забывайте, что развода не будет не только пока жена находится в состоянии беременности, но еще и до достижения ребенком 1 года. Да. Поэтому если... не 8 месяцев, а получается 2 года. Если честно, меня это вообще не волнует. Я развода точно не дам, пока ребенку минимум года не будет. Поэтому вы меня теперь все послушайте, ребята. Ну и что? Если будет 2 детей, алиментов-то выплачивают на 2 детей, а я еще во время брака возьму ипотеку. Так что после развода еще и процент от ипотеки Димочка будет выплачивать. Ты папочке там позвони быстренько, спроси, как ему вообще такой жених нужен? Дима, какой ужас! Ты что, спал со своей женой? Ты мне с ней изменял? После вот этого урки ты еще с ней спал? Да не верь ты. Да, что? Я вообще не понимаю. Дима, что? Нет, слушай, я на это не подписывалась. Я за тебя замуж не выйду. И да. Ребенка воспитаю я сама. Яночка. Без всяких папаш вот таких. Яночка, понятно? Это вранье. Все, нет. Можно выйти мне, уйти? Да, конечно, давно пора, вон дверь. Я тебя нет, не спрашивала. Подождите, пожалуйста, вас еще суд не отпускал, потому что вы добровольно явились участником процесса. Вот теперь в качестве свидетеля стойте и терпите. Все, Дим, суд удаляется для вынесения определения. Яночка. Дим, отстань. Станьте на место. Все будет хорошо. Жена, нет, да, ничего да, не будет уже. Все будет попрошу хорошо. Тишину в зале суда. Да. Оглашается определение. Производство по делу о расторжении брака прекратить. Суд прекращает производство по делу о расторжении брака, потому что жена беременна и на расторжение брака не согласна. А закон не допускает расторжение брака без согласия жены во время беременности и жены в течение года после рождения ребенка. Суд разъясняет истцу, что после рождения ответчицы ребенка он будет вправе оспаривать свое отцовство и предъявить иск в суд об аннулировании записи об отцовстве. Оглашается решение суда. Иск супруги о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери удовлетворить, взыскать с отца ребенка в пользу матери ребенка алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 заработка и иного дохода отца ежемесячно до совершеннолетия дочери. Прекратив производство по иску о расторжении брака, суд рассматривает иск супруги о взыскании алиментов, потому что алименты на содержание ребенка взыскиваются независимо от семейного положения родителей. Судебное заседание объявляется закрытым.